настоящих зверей придумали дети. И сейчас дети – юные артисты из детской творческой студии «Серпантин» средней школы номер 31 города Мытищи. Представит два танцевальных номера на песне из мультсериала «Летающие звери» «Собака-барабака» и «Спеши-спеши». Авторы песен – Марина Лада и Сергей Васильев. Встречайте! Творческая студия «Серпантин» и «Летающие звери». Не следует.